Всем привет, с вами я, и сегодня я покажу, как сделать вот такой прикольный текст. Просто, быстро, эффективно. Вам понадобится всего 2 минуты. Погнали! Итак, я создал композицию, добавил текст. Теперь добавляю сюда картинку. Это картинка текстуры камня в хорошем разрешении. Я ее добавил, чуть-чуть уменьшил. Сейчас можно ее скрыть, она пока не нужна. Теперь раскрываю текст, нажимаю на Animate и добавляю сюда Scale. Опускаясь ниже, нажимаю на Add, Property, и нажимаю Opacity, еще раз на Add, Property, и нажимаю Blur, это в самом конце. Далее мы сделаем следующие настройки. Здесь поставлю 150, можно больше, можно меньше. Blur поставим 20, Opacity поставим 0. Теперь мы ничего не видим. Далее я раскрываю Range Selector, Advanced. Я чуть-чуть поднял вверх, чтобы было видно. Теперь мы поставим в Shape здесь Ramp Down. Возвращаемся в Range Selector и поставим End на 17%, Offset на 15%. Далее переходим в Units и поставим здесь Index. А также перейдем в Randomizer, вот он здесь, и поставим On. Далее Easy Low поставим 100%. И вернемся обратно в Range Selector и поставим, как было, 17 и 15. Далее на нулевой секунде мы ставим ключ на offset и передвигаемся на ту секунду, где вы хотите, чтобы слово проявилось, и крутим offset в обратную сторону. Вот видим, как он начинает проявляться. Там минус 17 нормально будет. Далее можем в random seed поставить любое значение, это ни на что не влияет, это просто будет буквы в рандомном порядке появляться. Теперь мы выделяем все ключи, нажимаем F9, переходим в графики и можем чуть-чуть их подправить, чтобы они более как-то активно проявлялись. Опа, все готово. Так, ну текст у нас готов, можно нажать U два раза и все это скрыть. Теперь откроем, точнее включим нашу текстуру. Это самый простой способ сделать текстуру, просто поставить режим наложения Alpha Matte, и теперь у нас вот так проявляется красиво буква. Так. Опа. Ну вот, как и обещал, все было очень быстро и просто. Если хочешь дальше погружаться в тему моушен дизайна, ставь лайк и подписывайся. Если ты смотришь видео из этой тематики и не хочешь в ней развиваться, тогда напиши комментарий, почему. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока.